Таки тщательно муссируется слух, что якобы на контейнерной станции дикая очередь, порядка 800 человек, и запись идет буквально даже, вот говорят, на февраль месяц. Верно ли это? Нет, это неверно, так как у нас очереди не существует, так вот, такой очереди, как у нас летом бывает, там за 10 дней мы записываем, или сейчас, а сейчас мы записываем буквально, сегодня вы пришли, а завтра вы можете уже отправить контейнер. Каждый день на контейнерную станцию обращается в среднем 5-6 клиентов. Достаточное количество контейнеров обеспечивает бесперебойную и планомерную отправку грузов по желанию заказчика. Можно заказать конкретно, вот на, я сегодня заказываю, а вот мне через 2 недели, к примеру, душ? Ну, через 2 недели это для нас сейчас большой срок. Мы в основном берем за хотя бы больше за 5 дней, за 4 дня. Так как очереди не существует, проблемы с контейнерами у нас нет. И ну, мы не считаем, что можно заказывать там за 2 недели там, или еще больше. То есть вы сейчас работаете на декабрь? Да, мы сейчас работаем на декабрь. Железнодорожные вагоны с контейнерами отправляются от станции Усинск по всем направлениям срок и надежно. Поезда мчат грузы в Сыктывкар, в среднюю полосу России, а также в страны ближнего зарубежья – Украину, Молдову, Среднюю Азию и Казахстан. Эти грузы у нас отправляются, то домашние вещи с, ну, на страны СНГ отправляются по средам в основном. Так как мы с таможней, у нас договор с таможней, чтобы каждый день не ездить сюда, и чтобы как накопляемость у нас была контейнеров, мы их отправляем так быстрее. Желающие уехать из Усинска могут спокойно обращаться на контейнерную станцию, никаких проблем. Они смогут успеть уехать из города еще до Нового года. Ну, а мы с вами...